Посмотреть на какие-то внутренние наши проблемы. И их надо, конечно, нам решать, эти проблемы, их очень много. А главное, что очень много таких задач, которые перед нами стоят. А самое главное, наверное, это задача наша, это, естественно, чтобы не только мы занимались этой работой, но еще вокруг нас, которые приходят в наши приходы, наполняют наши клубы. Вот. Тоже начинали заниматься той работой, тем служением, не работой. Это наше с вами служение, молодежное служение. Кто такой молодой и кто такой старый? Это довольно. Послание к Ефесянам, это было прочитано совсем недавно, в воскресный день, в прошедший, да, будем работать в единстве духа в союзе мира. Да? Такая вот у нас должна быть с вами служение. Нас сверху, к нам сверху, со священноначалия. Надо, чтобы мы занимались вот молодежной работой, да? Хорошо, мы будем заниматься ей, да? Но как это будет? А главное мы Духа Божьего. А Дух Божий, он созидающий, а не помощников своих и просто ближних своих. Поэтому мне бы хотелось, чтобы именно ближайшее, потому что больше на какое-то дежурное собрание. Нет, дай Бог, чтобы именно Господь нам дал именно разума, хорошего разума, да? Доброго сердца. Говорит, вы знаете, Владыка, в конце 60-х годов мы думали, что все, остались белые платочки, да, в церкви. Мы видели в конце 60-х годов, в начале 70-х, когда мы сейчас видим, что молодые. Ну вот, хочу вам пожелать доброй, хорошей работы. В единстве, как говорится, духа в союзе мира. Спасибо. Спасибо. С вами подпредседательство Владыки. Сегодня на молодежный совет мы вновь собрались, как мы должны собираться с некой периодичностью. Вот. Сегодня бы хотелось, Владыка, поблагодарить вас за вашу молитву и участие в делах молодежи нашего отдела и сказать и выразить теплые слова благодарности за ваши молитвы и участие. Также хотелось бы поблагодарить, как вы сказали, Владыка, сегодня как бы не отчетный день, но все равно окончание года, вот, о том, что год был проведен очень интенсивно, в больших трудах. Что касается воцерковления молодежи. Сегодня мы говорили о том, что самой главной целью нашей вообще работы, служения, это является воцерковление молодежи и участие ее в социуме. Вы отметили, Владыка, что не белые платочки, сейчас молодые люди приходят в храм, это происходит через некие добродетели. Добродетели христианские, конечно же. Вот. И вот планы, которые, Владыка, вы утверждаете на наше служение отдела молодежного, вот, связано еще со спецификой той местности, где находятся либо благочиния, либо приходы. Вот. Но мы стараемся, чтобы
каждый не писал просто отчетность какую-то, а каждый участвовал в жизни вот того или иного мероприятия, которое, конечно же, направлено у нас на дела милосердия и ближним своим. Вот. Также появились у нас и проблемы в проведении, конечно, мероприятий на местах. Это связано, конечно, с инфраструктурой. Вот, и это связано. Вот. Сейчас вот подготавливаются документы, и мы участвовали уже в собрании всех директоров школы. Было предложено несколько направлений деятельности, которые мы осуществляли вместе. Я думаю, что уже вот по этому примеру, мы не знаем, какой-то опыт сейчас покажет, что как это будет происходить, Владыка. Посмотрим, что, какие действия будут. Например, это, конечно, направлено, я говорил вот руководителю, как раз вот договора на это направлено, чтобы священнослужители беспрепятственно приглашали директора в школу, чтобы была предоставлена некая аудитория по договоренности. Вот. И в этом договоре будет прописано то, что не могут какие-либо приходится оплатить. Вот. Также у нас вопрос обстоял благотворительная акция. Знаете, да, про это говорить не стоит, но нужно будет провести по мере возможности у себя на приходах, не только в благочинии, в клубе. Вот. Потому что суббота вообще не получается, потому что многие священнослужители же все служат вечером всеношную, и так бы хотелось увидеть и священников, чтобы они как бы увидели то, что совершается на свидетельстве. Ну, священники не танцуют, конечно. По крайней мере, вообще не вот, да. И вот благословите, Владыка, на начало уже и. Во сколько вы храните проводите? 5 часов начала. Где? У нас в Михайловке, в ГДК. ГДК, да. Вы же там проводили уже, да, постоянно проводили. Уже два раза проводили, это будет третий раз. Вот. Также готовится сейчас мастер-класс. Потом, дорогие друзья, благодарю, что у нас в позапрошлом году было 35 пар, а в том году уже было 70 пар. В Лесогревске можно, пожалуйста. Волгоград. Волгоград, да, Волгоград, Калачи, конечно. Камачевская епархия, Волгоградская епархия. Mm-hmm. Кто сейчас руководит отделом молодежного города? Патрин? Да, да, да. Также Патрин. Да. Мы хотели еще пригласить ЕИСК. Mm-hmm. Вот, познакомился я также вот в Москве с руководителем отдела молодежного. Это далеко. ЕИСК? Ну, они сказали, что... Это Байкал. Там просто же город Ейский. Ну, мы их будем приглашать, Владыка, потому что как бы руководитель сказал. Но только так же, вот что наши ребята, некоторые скажут о том, что нет какой-то базовой подготовки. Я имею в виду, какой базовой подготовки? Ну, инфраструктура. То есть финансов на какие-то, на какую-то аппаратуру. Это все можно, да? Вы канал «Союз» смотрите, да? Смотрите, да? Вот часто показывают, да, у нас? Рыбинскую епархию часто поставили, показывают? Ну, как бы просьба вот это, вот, такого плана, что эта система должна работать. Ну, или еще где-то, да, происходит какое-то именно дело, молодежное дело. Связано с чем-то, там, с помощью камышами, кто-то найдется. И я думаю, что ведь многие молодые люди, ведь уже все прекрасно владеют сейчас техникой, да? Компьютером, пожалуйста, с другими какими-то аппаратами. Это же для вас будет очень... Труда большого-то не стоит для вас. Для меня это трудно, потому что я сам на компьютере не играю. А для вас это будет не очень трудно. Марку прислали и все. А это как бы все равно должно быть каким-то подтверждением той работы. Вот все как есть. И Владыка просит, и говорит нам о том, чтобы мы докладывали и говорили информацию ту, которая есть реально. Не выдуманную, не придуманную, вот, не надуманную какую-то. А вот что есть и какие есть. Всем все понятно? Да. Вопросы есть? По поводу средневековья показали сами нам.
У вас же девочки что же там есть? Да. Я в том году привозил их, и в этом году постараюсь тоже привезти. Сколько пар? Будем все непрофессионалы, только три пары, которые выступали. А эти все были такие ребята. То есть 8 человек. Это мы рассчитывали, чтобы даже если ехать на машинах, две машины было. То есть два водителя и вот легковые 8 человек они везли. А потом финал? Да, финал. Кульминация. Бразилия. Попал. Что еще? Встречаются такие, даже такой священник опытный, как В.М. Кречетов, так и пишет. Колядки, да, трафари поешь. Именно направлено на то, чтобы рассказать о празднике Рождества Христова вот таким вот образом, да? Что ты хочешь сказать? Кусочек помыть. Покажите. Побыть можно здесь небольшой добавку делать? Вот если калитовать пойдут, это одно дело, а если будут раздавать листовки? Одно. Тогда ты еще листовочку там. Ну да. Карманчик. Это совсем в другом. Сейчас же много интересных передач по телевизору. Там то дети талантливые, то... Ну, в общем, названия разные, но смысл один. Дети делятся своим талантом. Собирали из всех школ, ну не со всего благочиния. Это сложная группа, но бред от сивой кобылы, нечего выкладывать, потому что мы хоть и общественные люди, но не даем. Мы такие вот ненормальные. Ну, вот сейчас посмотрим, потому что может быть так, что кто-то захочет привезти там 6 пар, а кто-то захочет ни одной привезти.